Песня, которая сейчас будет исполнена, называется «ИГИЛ». Такая бардовская версия этой песни, конечно же. С гитарой, в ля миноре. Вот сосед снова бьет бутылки, и сантехник стояк пробил. А на лестничной клетке в курилке наш народ осуждал ИГИЛ. Ведь ИГИЛ и Америка в целом помешали спокойно жить. И соседка в платьице белом продолжала курить и пить. А в подвале спят представители нелегальных рабочих сил. Очевидно, что их покровители – это Штаты, а также ИГИЛ. Очевидно и несовпадение, что сегодня в огромной стране без особого настроения проживает народ в говне. Очевидно, что все это выгодно представителям западных стран. Экономика, что достигла дна, только радует Пиндостан. Ведь исламское государство и Америка – все одно. Ну а мы за царя и царство, Овертона закрыто окно. Украина нам больше не братья, нам благоволят небеса. На стене пишет тетка проклятие и призыв затянуть пояса. Изрисованы стены подъезда и воняло чьей-то едой, словно члены какого-то съезда возвращались соседи домой. Наши бомбы летают классно, телевизор опять голосил, и жильцам все давно было ясно словом «ну погоди, ИГИЛ».